Я рос так, как мне полагалось, в семействе своем Борчуком. А рядом она распускалась скромнейшим балетным цветком. За дамами высшего света я был поволочься не прочь, но идет так странно при этом. Марусь Кухаркина дочь росло на рожденье тревожа. И вот как в романе точь в точь мне как-то шепнула Сережа, Маруська Кухаркина дочь. Но жизнь нас по многим причинам поставила с разных сторон. Когда их октябрь не принял моих офицерских погон, нас белую контрой крестили от малого до старика, и долго мы воду мутили, пока не попали в ЧК. И вот на проклятой Лубянке я как на вождение прочь гоню, но в потертой кожанке, о боже, Маруся Кухаркина дочь. Мария, что все это значит? А впрочем, какой разговор? Есть шанс у меня не иначе, ведь я вас люблю до сих пор. И я вас, Сережа, любила. Вот все, что могу вам помочь. И в лоб 9 грамм мне влепила слагана Маруська Кухаркина дочь. Но пуля скользнула по коже, я лоб свой потрогал рукой и врезал с размаху ладонью Маруське такой дорогой. Потом мы на пару рыдали, о, это безумная жизнь. Потом обнялись и стояли, стояли всю ночь, обнявшись. И еще одна песня, но она уже имеет отношение к Волге, к Самаре, к Куйбышеву, как угодно. Вот. Песня называется очень коротко. И вы там мне поможете сейчас, я вас попрошу. Она называется очень коротко. Про комсомолку Нину, хулигана и секретаря ячейки. Очень хорошо. Вот. И там надо, особенно женские голоса мне понадобятся, там надо очень нежно петь. Вот. Для большей достоверности песня исполняется с характерным самарским акцентом. Я вам расскажу, как это было. Под густой развесистый сосною комсомолка Нина полюбила хулигана раннею весною. Еще разок. Комсомолка Нина полюбила нежно хулигана раннею весною. Он умел играть на мандолине и носил в кармане острые ножи. И тогда уже казалось Нине, а что на свете нет его дороже. Нина с хулиганом на скамейке любовалась солнечным рассветом. К ним подходит секретарь ячейки, и при этом хмурится предом. Он сказал, что на бюро райкома мы решили поздно или рано. И
исключить тебя из комсомола. Нина, если ты не бросишь хулигана. Хулиган поднялся из скамейки и сказал: по-вашему, не будет. И убил секретаря ячейки. Тот упал на землю прямо грудью. Облака потерлись туман. Над рекою песни раздавались. Комсомолка Нина с хулиганом на скамейке нежно целовались. Комсомолка Нина с хулиганом на скамейке нежно целовались. И тут вроде бы конец. Хотя мне не сказали, ну, что-то не хватает. Он тут приезжает через месяц, поет дальше. Как они друг друга и любили под густой сосной и даже дома. Через 20 лет их сын Василий стал у нас секретарем райкома.